На юбилейной улице приступили к работам по благоустройству дворовой территории. Детская игровая площадка в порядке, двор озеленен, а вот на состояние асфальта и наличие парковочных мест жители попросили обратить внимание. Подробнее расскажем в сюжете. К благоустройству этой дворовой территории на юбилейной улице в 115-м квартале приступили 1 июня. Основную часть подготовительных работ уже выполнили. В этот двор входит комплекс из 4 домов. На данный момент выполнены работы по демонтажу бортовых камней, тротуаров, старого асфальтового покрытия на 2 домах. Сейчас ведутся работы на 3-м доме. На доме номер 10 ведутся уже монтажные работы по устройству новых бортовых камней, подготовке под асфальтовое покрытие на тротуарах. У соседнего 11-го дома тоже демонтировали старый бордюрный камень вдоль тротуара и рядом с входными группами. По просьбам жителей во дворе увеличат количество парковочных мест. Уже через неделю рабочие приступят к укладке асфальта. После завершения ставки бортов, в первую очередь начнем тротуары и выходные группы асфальтировать, а потом проезжая часть. Всего здесь заасфальтируют более 5000 квадратных метров дворового пространства. Работы по благоустройству завершат к концу июня. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.